В этом зале бизнесмены, руководители и топ-менеджеры. Все это Брянская гильдия промышленников и предпринимателей. Встреча хоть и очередная, но отнюдь нетрадиционная. Конференции и круглые столы. В этот раз решено отойти от привычных форматов, от теории к практике, обсудить актуальные проблемы и вопросы в рамках выездного совещания на конкретных примерах действующих динамично развивающихся предприятий. Мы встречаемся регулярно. Минимум один раз в 3 месяца мы выезжаем на предприятия как Брянской области, так и других регионов. Именно в таком формате и важно встречаться, чтобы воочию посмотреть, как все делается, как производится, масштабы предприятий оценить. Вот именно такие мероприятия интересны. Центральная площадка выездного совещания – два ведущих градообразующих предприятия Дядьково. Тонкости производства, работа цехов и сбыт продукции. В режиме вопрос-ответ удалось обсудить целый спектр вопросов. Диалог получился живым и конструктивным. Здесь очень много производителей среди нас, среди членов гильдии промышленников и предпринимателей. И всем интересно посмотреть производство, оценить, как работают люди, качество труда. Качество выпускаемой продукции – это полезно для нас, для всех. Цель каждой подобной встречи представителей бизнес-партнерства – это в первую очередь установление контактов и прочных деловых связей, а еще получение ответов на интересующие вопросы. Поэтому крайне важно, чтобы диалог проходил в неформальной, скорее дружеской обстановке. Как удачный опыт такого общения – формат делового завтрака, все насущные вопросы обсуждая за чашкой утреннего кофе. Регулярно проходят деловые завтраки, где мы встречаемся с представителями федеральных агентств, с представителями администрации. И они всегда очень полезны, потому как мы можем в таком формате получить ответы на многие нас интересующие вопросы. Диалог на бизнес-языке продолжался больше 3 часов. В ближайших планах представителей Брянской гильдии промышленников и предпринимателей подобные визиты на другие крупные предприятия Брянской области и других регионов России. Кристина Просхилова, Андрей Мазунин. События Дядьково.